Țării Moldovei Ștefan cel Mare se dedică. Памяти великого господаря Штефана Чел Маре посвящается. Astăzi, 2 iulie anul 2016, se împlinesc 512 ani de la trecerea în neființă a celui mai ilustru voievod al Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt. Сегодня, 2 июля 2016 года, исполняется 512 лет со дня смерти величайшего господаря Молдовы Штефана Чел Маре și Sfânt. Fostau acest Ștefan Vodă om nu prea mare de statul, mâniosul și grabul vărsătorul de sânge vinovat. La lucrurile de război meșter, căci unde era nevoie. Он сумел превратить молдавское княжество в государство, которое успешно противостояло более сильным соперникам Османской империи, Польши и Венгрии. Благодаря Штефану о молдавском народе узнали в Европе как о сильной и отважной нации. Господарь Штефан Чел Маре și Sfânt был удивлением государей и народов, с малыми средствами творя великое. Он до сих пор является одним из самых видных правителей молдавского народа. Победы в битвах с врагами, за пролитую христианскую кровь и разрушенные православные церкви. Всю жизнь он посвятил защите своей родины от врагов. По этой причине он был назван великим